Подарки, теплые слова и пожелания. В одном из ресторанов Махачкалы чествовали новоиспеченного чемпиона лиги ACA Рустама Керимова. Поздравить бойца с яркой победой пришли его близкие, друзья и одноклубники. Подробнее об этом расскажет мой коллега Курбан Рагимов. Дербент Россия. Рустам Керимов. Вакантный титул нашел своего обладателя. К этой победе Рустам Керимов шел долго и упорно. За плечами месяцы тренировок, сгонка веса и тяжелый поединок. Теперь все это позади. Самое время перевести дух и вспомнить забавные моменты подготовки. Бывали случаи, когда мы приходили на восстанавливаться в ресторан, и я как бы рацион питания составлял, и он говорил, ну все, больше ты, ну, кроме этого ничего не кушай. Не успел я выходить руки, и он уже сам говорил, принесите мне хлеб там, или что еще это. Столы накрыты, неформальная беседа проходит в теплой обстановке, созданию которой поспособствовали близкие друзья Керимова. Они уже долгие годы поддерживают его во всех начинаниях. В адрес бойца в этот вечер звучало множество добрых слов. Поехали мы в Питер, переживали там на месте, очень такой напряженный был. То, что выиграл, очень рад. Дальнейших успехов в спорте. И всего самого хорошего. Надеюсь. Пояс UFC тоже тебе подастся, а мы всегда будем рядом и поддерживать, чем можем. Бой за титул чемпиона лиги ACA прошел в Санкт-Петербурге. Рустам Керимов встречался с Абдурахманом Дудаевым. Поединок для обоих выдался нелегким. Продлился он все 5 раундов. Но дагестанский боец болельщиков не подвел. Все судьи единогласно посчитали его победителем. Достойный соперник, огромное уважение ему. Мы смогли с ним раскачать бой, не теряя достоинства и честь, друг друга не оскверняя, не оскорбляя. Сделали так, чтобы бой стал на всю Россию услышанным. Мы не оставили ни одного болельщика равнодушным. Каждый, кто-то говорил негатив, кто-то говорил хорошее, кто-то болел за меня, кто-то болел за него. Но благодаря таким людям и, мы развиваемся. Если одна часть друзей смотрела бой на Сибур-арене, то все остальные с замиранием сердца следили у экранов. Дома смотрел, очень зрелищный бой, но естественно зрелищности помог еще тот, что соперник оказался тоже достаточно серьезным, высокого уровня. Но Рустам показал свой характер и свою подготовку, которую он не зря готовился и получил результат, победу. Обрадовал нас всех. Смотря бои, тоже видно, что человек от боя к бою уже растет. И мне кажется, сейчас то самое время, когда ему надо уже перейти в UFC, даже не Беллатор, а именно UFC. И там уже, мне кажется, он полностью может раскрыться как боец, и использовать весь свой потенциал. Отличным дополнением к поясу чемпиона стали подарки от друзей. В знак благодарности за победу они по-кавказски щедро поощрили Керимова. В планах у бойца заслуженный отдых, но почивать на лаврах Рустам не намерен. Через месяц он вернется в зал и начнет подготовку к защите чемпионского титула. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.